Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами я, Задрот Сотого Левела. Сегодня я вам расскажу и покажу, на каком сайте намного выгоднее покупать скины для такой игры, как CSGO. Поехали! Так, вот у нас есть два замечательных сайта, CS Money и CSGO.TM, вот market.csgo.com и cs.money. CS Money я уже обозревал, только обозревал обмен скинов, то есть ваши скины на скины сайта, то есть обмен происходит между вашим инвентарем и инвентарем, так скажем, сайта. Сегодня покажу, где намного выгоднее покупать для себя скины. Это то есть напрямую донатить на сайт. И с сайта уже непосредственно покупать сам скин. Чтобы вам его прислали в ваш инвентарь. В общем, погнали. Вот я выбрал вот такой вот замечательный скин на АВП. Все вы его прекрасно знаете. АВП Азимов. Красивый скин. Лучший в игре. Наверное, даже. В общем, кому как. Вот я выбрал качество... Battle Scarred, это закаленный в боях. Вот такой видим Float, 0.52, Float это износ оружия. И выбрал такой же скин на сайте CSGO.TM. Закаленный в боях, АВП Азимов. И тоже смотрите, Float какой, 0.70, 70% Float у нас, да? На этом сайте Float у нас 52%. То есть здесь, чем больше флот, тем красивее АВП будет. Тем красивее будет раскраска. Есть, конечно, скины, которые исключения. То есть там, допустим, я не знаю, меньше флот, намного красивее рисунок. Там поярче и так далее. Тут также на этом сайте написано вот флоуты все. То есть от 0.45 до 1. Это у нас Battle Scarred. Это закаленная в боях с английского. Wellborn это поношенная вроде. 0.38, 0.45, ну и так далее. Филтест пост полевых, минимал VR это у нас немного поношенный. Factory New это у нас прямо с завода. Вот такие у нас качества существуют. Но я думаю, вы прекрасно знаете эти качества. В общем, если смотреть на цену АВП на CSGO.TM, то тут стоит 3700, ну 3730, да. А на CS Money с учетом скидки 20%, это оно без скидки 5000 рублей стоит. Здесь стоит 4000. Даже с учетом скидки, здесь АВП намного дешевле, намного лучше по качеству, потому что у нас флоут здесь 0.70, 70% получается. Намного лучше авик, будет красивее в игре смотреться. Также, если промотать немного вниз, у нас здесь есть цена, а также есть стикеры. То есть можно купить сразу со стикером, это то есть вдвойне приятнее. Вдвойне, понимаете? Также можно потертость посмотреть. То есть наклейки тоже прикольные можно купить. Вот цена 3700. То есть до 4000 выбираем спокойно. Смотрите, сколько у нас тут выбора. Тут даже 0.80 есть float, 0.82 с наклейками тремя. Ну как вы понимаете, да, то что на этом сайте намного выгоднее покупать. Насчет комиссии не скажу. Комиссия, скорее всего, есть и на этом, и на том сайте, но я не знаю. Посмотрите, если будете покупать комиссию, напишите в комментариях, где выгоднее комиссия. На этом сайте я уже неоднократно покупал скины. Сайт хороший, все хорошо работает, все красиво. Также можно продать скины и вывести на свой кошелек, который там укажете, куда вам деньги переводить. В общем, с этим АВП мы, надеюсь, разобрались. Выгоднее это АВП у нас будет купить на CSGO.TM, также другие скины. Просто можете открыть два одинаковых скина, посмотреть флот, посмотреть закалка или нет, ну, качество. И сравнить, где у нас лучше. То есть здесь намного дороже, намного дерьмовее качество выходит, правильно. Так еще он и без наклеек. То есть тут можете урвать вообще с наклейками. Наклейками, поверьте мне, намного круче скин выглядит, чем без наклеек. В общем, с этим разобрались. Это АВП дешевле покупать вот здесь. Погнали дальше. Закрываем.
Следующий на очереди у нас коготь, африканская сетка, талон, если на английский. В общем, я опять открыл здесь на CS Money и на CSGO TM эти два ножа. То есть смотрим, field tested после полевых, Safari Mesh, африканская сетка. Здесь то же самое, после полевых африканская сетка. То есть field tested можете еще набить, Safari Mesh тоже. Google переводчики или там в Яндекс переводчики, без разницы. В общем, начинаем сравнение наше. Опять такие. Смотрите. Здесь у нас 0.35 float в степени изношенности. 0.35. Вот 35%. Здесь у нас 0.33. То есть здесь износ будет похуже, а здесь намного красивее. Опять же, да? Также можно посмотреть вот другие износы. Также 35, 35. 12500 у нас есть. 44 вообще за 12500, правильно? Ну и вот, в общем, вот такой вот ножик стоит он. Здесь на CSGO TM 11417. И вот этот ножик стоит вот здесь. 13065. Это опять же с учетом скидки. Так он вообще 16000 стоит. Без скидки. Здесь у нас никакой скидки нет, как видите. И он стоит намного дешевле, чем вот этот со скидкой. Опять же, что у нас получается? Сайт CSGO TM намного выгоднее. Поскольку здесь и цена большая, и износ плохой. Здесь намного красивее будет смотреться ваш ножик в игре. Поэтому сами решайте, где вам покупать скины. Я предлагаю вот этот вот сайт. Есть только одно но. Вот насчет комиссии я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как комиссия. Где больше, где меньше. Ну, надеюсь, я вам объяснил и рассказал, показал и так далее. На каком сайте выгоднее все-таки обменивать скины. На этом спасибо большое за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, залетайте на мои стримы по CSGO, играя с подписчиками. Спасибо за просмотр. Всем пока.